давай, здоровайся. Всем привет, привет, это канал Котики на Котике. Сейчас мы будем выяснять, кто забрал мои деньги. Какие деньги? Мои деньги, бумажные деньги. Где ты их хранила? В коробочке. В какой? Сейчас покажу. У тебя там нычка, да? Садитесь, вот сюда вот садитесь. Ну рассказывай, что случилось, приключилось? Бабушка сказала, что возьмет немного денег. И что? На рынок. Бабушка взяла немного денег на рынок. И что купила? Она взяла немного денег на рынок и... Купила тебе? Купила мне платье. А платье дорогое? Да, дорогое. А как же тогда... Ну себе покупки тоже бабушка сделала. Какие? Некоторые. Не помню. Но они вернули деньги. Сколько бабушка сказала, взяла денег? Немного. Ну? А ничего не осталось, да? Да. И что ты от меня требуешь? Денег. Ну я же не бабушка. Где деньги взять? У бабушки пойди спроси. Иди, иди, спрашивай. Давай. Просто дело в том, что мы платье в самом конце покупали. В самом конце? На него ушли все деньги? Да. Ну, значит, денег нет. Ну, просто когда мы пришли домой, мне бабушка положила в эту копилку деньги. А где они? Вот вопрос. Это что, копилка пожрать? Не знаю. В общем, ты осталась без денег. Да. Ну, у тебя есть 10 улики еще, копилочка? Немного. Немного? Да, на огнетушитель не хватит. А надо огнетушитель? Да за него уже уплочено. Денег. Поможешь нести огнетушитель завтра? Да. Не открутится сейчас бабушка. Бабушка, а где мои деньги? Ты меня слышишь? Я тебе не брала. Где деньги, бабушка? Я не брала. Она сказала, что вы ложили деньги ей. Я ложила, но я не брала. Если я долги раздала. Вы ничего Кире не должны. Спрашивайте у родителей. Но... Папы нет, у мамы нет, у тебя нет уговор. Это значит копилка пожиратель, да? Да. Нет. Добивайся всегда своей правды. Пойдем у мамы спросим. Пойдем. Они все же? Все же. Бабушка сказала немного. Как немного, Бабушка, если платье было дорогим? Бабушка. А колготы кто покупал, кроме платья? Я. Ну, вы, кстати, говоря, такая... юбник на платье кто покупал? Я. А резинки для волос? Я. Деньги потрачены. Но знаешь, Кирочка, ты такая вся красивая была на выпускном, всем понравилось, а все дорогое покупали. Ты ж не захотела купить платье? Ты сказали же, немного возьму. Немного, мы и хотели немного взять. Но мы же хотели тебе купить платье за 2000, а ты захотела платье за 6000. Ну так-то да. Плюс подъюбник, плюс колготки, вышло 8000, между прочим. Вы не могли прибежать домой так быстро. Куда прибежать домой? Я с собой деньги брала твои все, которые у тебя были в коробке. На всякий случай. Я так и думала, что ты не захочешь дешевое платье, а захочешь дорогущее. Я захотела красное платье. Длинное, красивое, впереди короче. Почему вы мне его не купили? Оно было красивое и яркое. Потому что оно было страшное. Потому что оно было красивое. Оно было страшное. У тебя красивое было белое платье, как у невесты. Белое, персиковое. Персиковое. Ну, я думала, вы мне красное купите. А что ж ты купила персиковое? Потому что вы мне не дали выбора на красное купить. Ты выбрала персиковое платье за офигеть сколько денег. И теперь ты еще сама его купила, еще и недовольна? Всем понравилось, еще и недовольна? Мне хотелось красное платье. А чего купила персиковое? Я хотела красного. Хорошо, платье красное стоило 3000. Мне выбора не дали. Красное стоило 3000. А ты зачем купила на 8000 одежды? Давай, знаешь, как будем. Раз уж ты такая транжира, пускай тебе платье, знаешь, кто покупает? Кто? Твой Тимурчик. Тимурка. Раз уж ты такая хитрая. Ну, деньги. Ну и что? Что это за жених?
денег у него нет. Но мы же еще дети. У тебя деньги были? Были, мы скопим. Куда вы копите? На свадьбу. На мечты, на свадьбу. А-а-а. На свадьбу они копят. Бабушка, ты слышала? Они деньги на свадьбу копят. Но это уже будет другая история. Твое возмущение высказывай. Что там не так? То, что вы сказали, денег немного возьмете, а в зале много. Я брал что-то? А кто брал? Мама и бабушка. Но они тебе еще накопят, не переживай. А я сама копила много. Ну еще накопишь. Хорошо? Говори всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.